А что вы знаете о старинной мужской моде? Вот они, всего лишь несколько, но интереснейших костюмов, которые носили в стародавние времена. Ну, я-то, конечно, утрирую, что в стародавние, но тем не менее. Красивые и интересные костюмы. Мужская мода. Старая мужская мода. Какие ткани, как это все делалось, ручная работа, какие там вам... станки и что-то еще. Это же интересно, как это вкусно, как... Вот это каких денег тогда это стоило, чтобы можно было такое одеть, а вдруг еще и порвать. Ой, 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 это же, ну, просто умопомрачение, что еще говорить. Замечательные вкусные костюмы, предлагаю оккультуриться и немножечко взглянуть в прошлое, хоть одним глазком. Ну что ж, всем привет, с вами Книгокоп, добро пожаловать на мой канал. Сегодня в центре моего внимания замечательная, интересная хронология всеобщей и русской истории. Выпуск второй, новая история, курс для шестых и седьмых классов гимназии, составленная по новой примерной программе, утвержденной Министерством народного просвещения. Ну что ж, отпечатана эта хронология, внимание, в 1873 году. Это нам будет интересна и замечательная хронология тем, кто хочет сравнить и узнать даты, какие были изменены в современное время, что писали тогда. Для этих всех целей эта хронология подойдет. Ну, заодно для себя освежить свои знания по тем или иным датам, которые есть в истории нашей цивилизации, цивилизации людей. Ну что, вот, пожалуйста, смотрим, изучаем. Здесь все это есть. Хронология одна из немногих хронологий. У меня две предыдущие уже есть на сайте опубликованы, поэтому смотрим, балдеем, изучаем, просвещаемся. Ссылочка будет под видео на сайте книгокоп.рф. Смотрим. Ну, в общем, как всегда, дарю вам в ознакомление, в изучение. Да, здесь есть ветки императоров. В данный момент вот мы наблюдаем ветку Романовых, кто за кем, кто от кого и так далее. Более подробно вы посмотрите сами лично. Не буду у вас отнимать драгоценного времени. Изучайте, смотрите. Да, кстати, миф и правда. Миф. Нельзя есть после 18. Правда, не рекомендуется плотно есть за 3-4 часа до сна. Вот как-то так. Палец вверх, подписываемся на канал, а я продолжаю. Дальнейший Книгокоп. Пока-пока.